хороший и качественный фильтр для воды, который поможет остаться не только вам здоровым, но и чайнику без накипи, что меня весьма устраивает, недорогой по цене, что тоже приятно. То есть где-то меньше 500 рублей за штуку с фильтром. То есть фильтры можно, в принципе, когда этот исчерпает ресурс, купить новые. Они довольно-таки распространены в обычных магазинах. Точно из-за каких-то санкций или нашей глупости не должны пропасть из производства, на что я очень надеюсь. Всем вам спасибо за внимание. Надеюсь, будете смотреть. Прибыль к нам когда-нибудь вернется, и вообще все плохое закончится для любой стороны. Подписывайтесь, ставьте лайки или дизлайки. Любое внимание, это приятно.